Всем привет! Это ваш Олег Гаврилюк. Рад представить свои песни на радио «Шансон Плюс». Я тебе позвоню, может, утром, а может, под вечер. Я тебе позвоню и назначу красивую встречу. Я тебе позвоню, чтобы в юность на время вернуться. Или, может, затем, чтобы снова в тебе обмануться. Я тебе позвоню, позвоню ненароком и скажу, что мне так одиноко, что томится душа, что свеча понапрасну задута. Только все не звоню, не звоню почему-то. Я тебе позвоню ясным днем или пасмурной ночью, или, может, пошлю в СМС пару строк. Между прочим, я тебе позвоню рассказать, что ночами мне снится. Или, может, за тем, чтоб за чувства свои извиниться. Я тебе позвоню, позвоню ненароком и скажу, что мне так одиноко. Томится душа, что свеча понапрасну забыта. Только все не звоню, не звоню почему-то. Тебе позвоню, позвоню ненароком и скажу, что мне так одиноко, что томится душа, что свеча понапрасну забыта. Только все не звоню, не звоню почему-то.